Ну, а к нам присоединяется Алла Фролова, координатор юридической помощи УВД «Инфо». Алла, здравствуйте. Вы можете оценить к этой минуте количество задержанных по всей России, в разных городах и в Москве и Петербурге в первую очередь? Ну, в Москве, всего задержанных на данную минуту, подтвержденных задержанных 459. Больше всего в Уфе, чтобы вы знали. Остальное мы подсчитываем. И далее идет Санкт-Петербург. В Москве задержанных было, сейчас я вам скажу, 18 подтвержденных. Но есть еще один человек, которого мы не можем определить. Это, как передал Интерфакс, подросток задержан с саперной лопатой. Интересно. Алла, скажите, пожалуйста, мы эти цифры наблюдаем с 8 часов, они не меняются почти. Действительно, почти не изменились, или это все-таки ваша система висит? Это немножко висит не то, что система, понимаете, в чем дело? Система показывает больше, да? Но прежде чем мы объявим эти цифры и официально, мы должны их подтвердить. Задержанных будет побольше, потому что приходят, до сих пор приходят из Уфы, Набережных Челнов, Ижевска, в Кемерово, но мы должны их верифицировать. Понимаете, мы можем сейчас назвать вам бешеные цифры, как, например, в Санкт-Петербурге было изначально, да, то, что мы видели. Но вот пока то, что есть, да, пока больше ничего нового сказать не могу. Могу сказать, что просто самое жесткое и безумное происходило в Санкт-Петербурге. Это правда, мы это наблюдали. Там есть сломанные ноги. Ага. Да, там есть сломанные ноги, там есть примененный электрошокер совершенно просто. Абсолютно. Ну, понимаете, кроме того, что полицейские вот отморожены, ничего больше сказать нельзя. Сейчас мы подключились с Санкт-Петербургом, там и уполномоченные, и с полицией общаются все. Алла, вы знаете, вот у нас есть ваша же обновленная информация. 1004 человека задержаны. 4 человека, из которых 351, то есть треть всех задержанных по стране, задержаны в Санкт-Петербурге. Ну, там действительно активно использовались электрошокеры прямо на наших глазах в прямом эфире. Да, Москва 20 человек. Вот сравните. Да, 20 человек. Но это вот мы еще нашли двоих. Смотрите, значит, почему цифра резко изменилась, потому что мы их подтвердили, и сейчас я говорю вам, мы подтвердили, вот мы их обновили. Я думаю, что цифра еще изменится в большую сторону, поэтому будем ждать. Сейчас будем разбираться и с Питером. Очень много задержанных в Уфе. Там адвокаты работают. Ну, то же самое в Казани. То есть, вы знаете, в некоторых городах задержания только начались. И задержания. Они помощь только начинается. А вы скажите, по опыту, я до последнего жду задержания в Москве. Да, это очень непривычно, что в Москве нет этих серьезных задержаний. Чем-то это, видимо, объясняется каким-то распоряжением. Алла, скажите, пожалуйста, а вот почему вообще в Петербурге так себя ведет полиция с народом? Это как традиционно так сложилось? Это другие городские власти? Чем это объясняется с вашей точки зрения? Ой, вы знаете, мы можем с вами только догадываться, что либо это самостоятельность местных властей, да, ну, условно говоря, на уровне губернатора, либо это приказ сверху, так как это родина многих наших больших руководителей, скажем так, да, родной город. Возможно, не знаю, почему-то, может быть, там полиция хуже. Не знаю, такая жестокость, она вообще на самом деле просто вызывает вопросы. Пока только вопросы и... Ну да, возмущение она вызывает, конечно, в первую очередь. Расстраивает. Спасибо большое. Это была Алла Фролова, координатор юридической помощи УВД «Инфо». Да.